Игнат Тихонович, я его поймал, вот. Угу. Пообщайтесь, вот давно вы хотели. У нас сейчас начинается моление, уже через 5 минут. Хорошо, мы побудем на молитве с вами, а потом позвоним через компьютер, я позвоню. Ну, потом позвонишь, потом успеем мы или нет еще. Потому что мы уезжаем по очень важному делу, и в 4:30 уже машина должна подойти. Так что время еще тут будет, еще там 10 минут. Когда? Во сколько? А, сейчас? Ну, сейчас, после моления, как только закончится моление, то и... Все, моление-то 10-12 минут. Позвони тогда, ну, с компьютера позвони. Хорошо. У нас, видишь, какой такой плотный график. А я этого знаю, Игнат Тихонович, что говорит. Вот сейчас вышел, пока приготовил, как швартовать с реки, с пруда, и, ну, надо пирс приготовить. Легкий такой, переносной. Видишь, какая работа. Все тогда, Игнат Тихонович. Ну все тогда, сейчас звонок будет, ждите. Хорошо. Все, с Богом. Слышно, нет? Не слышно вас. Казань закончен. Не слышно. Совершенно не слышно. Ни одного слова. Посмотри, что там у тебя. Слышно и хорошо. Все, отлично. Вот, разговаривайте. Давайте. Вот сюда сядьте, он тебя будет там видеть. А здесь говори, все, говори. У тебя 2 скайпа, да? Ну все, да. Все, все, Игнат, разговаривай. Я понял. У него время ограничено, ты же слышал. Да, закроем, прикроемся. Да, Христос воскресе, Игнат Тихонович. Воистину воскресе. Я не вижу вас, куда-то делись вы. Вас не видно, только же экран, вот. Что ты, Виталий, там путаешь-то? Да это он боится камеры, это он путает, а не я путаю. Это камера. Он боится камеры, понимаете, Игнат Тихонович, фишка. Ну надо дать объяснение, почему боится-то. Может и правильно боится. Я биометрию снимаю. А вот сейчас его видно, нет? Видно. Биометрию его снимут, да, боится биометрию. Ну то есть человек, он полностью... Да, он все, он ограничивает. Ну как ограничивает? Раз пришли и беседу, мы же друг друга обедим, беседуем. Вы ко мне постучались. Ты видишь, ну зачем камеру? Просто. Ну все, это невозможно. Все, человек заблокировал сам себя. Друг друга, что? Зачем обязательно? Я увидел. Ладно, все. Я уже ничем. Да, Игнат Тихонович, я приветствую вас. Ты объясни тогда, сколько. Да-да. Алло. Да надо видеть, у нас порядок определенно описано. Должен быть глазок, веб-камера. И мы никогда не прячемся. С чего ради-то? Но я объясняю, что я с мобильной... Ну, нельзя так, нельзя. У меня огромный контингент. 3 канала. На одном канале 85 миллионов человек просмотров. И никто не говорит. Если он не хочет, значит, разговор окончен. Зачем прятаться-то? Я объясняю, что биометрическими камерами не пользуюсь. Ну, все, тогда разговор окончен. Все.